Седьмая глава книги пророка Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, и он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали 3. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел войну со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, 4-е царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать его. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них
восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем.